Так, заходят кентавры. Начинают брить вышку. У хвоста, кстати, только первый свап. Рейндж маленький. И Дэнди. О, вот он, Дэнди начинает махать жалом. Хорошо, тут пытаются сейчас забрать. И подкоп пошел, но Чен это ведь успели убить. И есть все-таки Шелву Грейт на шатане. Свапает хвост. Хорошо, минус 5 делают Нави. Боже, это произошло буквально за 5 секунд. Там понять ничего нельзя было. Ну все, минус Смит. Минус Смит, пойдут ли вниз. Да, все портаются вниз, понимают, что сейчас будет пуш от Нави. И многие должны понимать, что это вероятнее всего последний пуш от Нави. Так, с вардами, хорошо. Вышка улетает, глифа не должно быть. Дэнди подкапывается, сразу же свапает туда. Супи, Супи умирает, да, отлично. Залетает туда Пупею, небольшой воин. Музыку фиксуют на развороте. Шеклшот, с Бульбой связывают, еще гитары, стан, один стан. Второй стан, давай, третий стан, и Дэнди уже здесь с ультом. Это такой Армагеддон. Просто красавцы, Нави. Разорвали. ГГ. Нави 1-0.